Дамы и господа, с гордостью представляю вам заключительную книгу трилогии «Дедал». «Мужчина, который не хотел умирать». Это мировой бестселлер. Перевод книги начинается в декабре. Вы заперли переводчиков в бункере и обращаетесь с ними, как со скотом? Как вы добрались? Никто не должен знать, что вы здесь. Это очень мило. Впервые перевод на многие языки мира будет проводиться одновременно. Вам очень повезло. После вас. Мы приняли все меры предосторожности. Изолировали переводчиков, отобрали телефоны, блокировали интернет. Это не просто триллер. Это фундаментальный текст. Первые 10 страниц третьей книги Дедала уже не ваши. Заплатите в течение суток. Или следующие 100 страниц завтра попадут в интернет. Посмотрите на нас. Да мы же тут как в тюрьме. Я найду этого негодяя и убью его. По крайней мере, нас хакер пожалел. А дальше что? Пытки? Я знаю, что это ты. И докажу. Если все так сложилось, то что же будет в конце? Я перечитываю ее, чтобы понять, как ты это сделал.